Удивительное дело, знаете ли, играют всего две команды, а смотрят еще пять. И семь команд заинтересованы в том, какой будет результат у этой серии. И не только они, еще и мы, еще и весь Салун, и весь Epic City смотрят. И я уверен, вся планета, весь мир, знаете, там на Ютубе есть ролик, как ведущий на одном турнире рассказывал людям. Нас смотрят со всего мира, их трансляцию смотрели 10 тысяч человек. А он делал так бра-бра-бра-бра-браво. Ты понял, о чем речь, да. Две команды играют, и всего две ждут. Да не, ну, те три, которые в эту пятерку входят, они просто сидят и смотрят, потому что учатся чему-то у ребят, которые повыше. Я знаю, кто точно не смотрит. Кто же? Парень за роялем. Брюшка? Да, кстати, я... Брюшка. Ну, да. Два брюшка, четыре ушка. Теневой совладелец нашего салуна. Ладно, драфты самой важной карты. Опять он уходит. Ему еще героя не взяли. Ему взяли. Стадник без головы. У нас сегодня уже был вопрос, который игрокам там задавали. Моментальный Слардар. Моментальный. Свен? Налево? Да. Мирко как влитой сидит. За этим ружьем. Я, кстати, ровно половина. Ну да, то есть правое плечо у него отлично вписывается, а левое съехало. Тот самый Огр. Вторая голова занята. Да-да-да. Читает там книжку какую-нибудь. Магнус Свен опять. Магнус Свен, Оракл, селедка. Чувствуешь запах селедочки? Я вижу ее, Майл, я ее вижу. Слардара селедочки? Я понял, что бокс тоже идеально подходит. Когда руку убирает, вот сейчас, секунду, вот, блин, во. Да, он. Это режим маленькие головы в этом, в какой-нибудь игре. Сходство Володи по ГГ и боксе найдите. Видели, как генерал сидел? О, слушай, он прямо сейчас выровнялся. Да, неплохо. Генерала... У него из одного плеча колено вырастало, а из другого голова. Это очень хорошо смотрелось. Просто прекрасно. Тайга тоже наш парень. У него из плеча вырастает стул. Ну, почти. Почти. Почти, да. Я думал, что кто-то пришел к Мирклу, а трикати поле катит. Ой, да. Ну что, тут все мы видели миллион раз. Слардар плюс селедка справа, слева Магнус Свен. Опять... Забанили Феникса. Забанили Феникса, кстати, прогресс. Прогресс. Могут сорвать еще все-таки награду за Джаша. Да, потому что Джаш, мне кажется, на Фениксе играл... Давно, последний раз, если да честно. Не, даже вот, знаешь, этот... даже если сейчас будет любая победа Liquid, и Джаш сыграет неплохо, они его не пустят в Венера, ну, а это уже большой. Закрыли, да, это очевидно. Прям... Ну, только если он прям супер что-то не покажет. И знаешь, это, он проигрывает, но делает там 8 рэмпэджей, ну, да. 44 рапира собирает. Тогда надо будет назначить какую-то, не знаю, антинаграду за всю его команду, если он это сделает, они проиграют. Так, ну тут у нас Энигма, которые играют периодически. Забанили Медузу, то есть вот... Митяй, хорош трясти Колосси. Я просто думаю, что взять. То есть Колосси подождут, погоди, это очень важно. Я подержу. Все исправилось резко. Так, Джаш. Но это вообще странное решение. Против Оракла. Ну да. Не всегда работает. То есть ты комбинишь там крутой стан. False promise. И все. Ну да, есть чем подсейвить. Опять же, есть защита от маг, это урона. На линии в целом с потмой неплохо поставить можно. То есть, ты понимаешь, что теперь тебе придет потмой плюс что-то. Магнус все еще может быть 5. Ну хорошо. Допустим. Фантомка? Нет, это пока что Dark Will. Слушай, что-то вот такое. Ну, здесь уже есть... И контроль, и маг урон в этом суппорте, да, и такой, и под замес он неплохой, потому что эти кусты сильно неприятные. Он тебе, который катится. И под РП, да, и под РП Магнуса, это я качу его, и под РП Магнуса хорошо террорайз закинуть. То есть это как бы второй подсейв, помимо False Promise, и селедка, и... Ну я не знаю, что вот сюда добрать, напрашивается как бы фантомка. Ну, напрашивается, хотя Oracle фантомка опять, но... Она напрашивается по Слардару. Слардара в той игре не было. Не проиграют ли они линию? Ну, Феникса нет. Типа, не будет уже такой сильной душки, супермощной. Если не фантомка, пофантазируем.
с селедкой, с лордаром. Ну, вообще... Лайфстиллер какой-то. Да, лайфстиллер как раз против Свена, и сегодня уже был. В целом работает. Но там были моменты, где, типа, мог Свен выиграть, то есть все равно вязкая игра. Такие моменты есть всегда. Есть, ну, не всегда, но есть. Иногда ты просто проигрываешь фламу, как первую карту, или как вторую, или как третью сегодняшнего дня, или как вторую. Или как любую другую из сегодняшнего дня. Да, да, сегодняшнего дня, то есть неважно, что ты там берешь, сколько намерения, просто ты проиграл. Это... Опа. Так, ну это потму неплохой выбор. Арбуз. Как минимум, потому что это много доп. Физ урона против Оракла, это то, что им надо на линию. Опять же, Оракл Тайдхантер, по идее, вообще ничего не делает. То есть ты берешь эндроп, берешь 0-2-2 раскачечку, и ты стоишь король-королем. Потмон может просто идти гулять по линиям и справиться с моим контролем сам. Единственное, Куроки на Магнусе сегодня беспокоил. Ну, импауэр вешал? Наверное, да. Это было далеко не... РП давал? Скорее всего, тоже. Да там сильно даже не понадобились. На самом деле, в этом сила пятерки Магнуса, что твоя реальная задача, по большей части, это просто вешать импауэр. Так, ну вот это уже выглядит посерьезнее для Liquid, потому что они закрывают тем самым Тайдхантера, они закрывают частично Свена. Четыре героя, смотри на них. Вот, Майл, ты делаешь дотоскеп, посмотри на героя справа. Чего у них не хватает? Урона. Дотоскеп. Это, кстати, неплохое название. Не хватает? Ну да, не хватает кэрри пока, прям, который... Да, это 4 героя, которые... Вот они есть. Вот герой даже без БКБ, просто там идет, который много хп. То есть чем ДПС? То есть ты взял с лордара, и у тебя вообще нет героя, который будет его добить. Ну, сейчас доберут последним. Ну, вайпер как бы наливает всякий урон комбинированный, да, фенель. Сейчас нужна жесткая физика. Ну, фантомку оставили вроде как. Ну, фантомка. То есть у нас убрали дровку, убрали морфа. Но, видимо, фантомку не боятся. Ну да, но нужна же жесткая физа. Магии достаточно. Всякие эффекты, замедление стана, все есть. Осталась просто жесткая физика. Тролль как тоже убрали, да. Под минус броню. Никаких троллей. ПЛ. Чтоб мы просто все офигели, сказали, ну тут легкая 2-1 для них, мы пойдем ну, да, отсюда. Это ПЛ, это заявка на... Непонятно, сколько ты антимага можешь попробовать? Тоже не понятно, насколько оно тебе надо. Лайфстиллер, фантомка. Лайфстиллер норм. Имхом. Хотя бы линию постоит. Потом тяжело будет под орком против Тайдхантера. Джаггер. Физа. Джаггер неплохо. Джаггер — это ответ на все вопросы, потому что и подхил, у тебя и пуш появится какой-никакой с этой командой. Нужен Альберт Эйнштейн. Арквардон? Потому что нужен мощный физик. Сейчас возьмет какой-нибудь лондруид на самом деле. Ну, и Варден нет. Варден это... Не... Ну вообще, Слардар и Варден... Не, ну с кем... В какой-то степени Слардар любой урон бафает, но Арквардан это не работает. В Арквардана врывается Свен, Магнус, Тайдхантер, все его месят. Он вообще не тот боец, который хочет Оракла себе получить. Он хочет получить себе на линию что-то, что его защитит на линии, а не по игре. Смотри, но не мог как вариант взять ТБ. ТБ, во, физик. Как вариант? Mm-hmm. Но опять же, по нему вот куча этого самого белого урона. Тайдхантер один раз якорем махнет. Если вдруг, то есть ты не убил его до этого момента, то беда сразу. Ну это шанс. То типа это, тучу, ну, медальку на Тайда. Зафокусил там, да, за пару ударов с крита. Урса. Ну, Урса, да. Это Урса. Урса. Да, ну странно это все. Ну, а давай так, на линии Тайду придется потанцевать. Ну смотри, они прямо сейчас берут и трипло отправляют туда, например. Ну да, или вот стандартные делаются эти выводы, что Тайд не стоит против Урса, а он да, танцует, да, да. Или куда-нибудь идет на легкую, реально... А потом уже с левелом сидит и наоборот прыгает. Сам на Урсу разбивает Елицо с плюс один. И даже, более того, даже встав против Урса 1-1, он может еще постоять, свое взять. Его задача здесь просто не сделать этого Урсу. Смотри, сейчас нужен герой для Вихи в центр против Вайпера, на котором он не нафидит, а выиграет линию. У нас, как говорится, здесь... Звоните Пупею. Загадка от инмейта, как говорится, есть 30 секунд. Даже 40. Ну, вообще, против Вайпера, вообще... героя, который не зальет для Вихи. Это ВР-ка? А теперь нужно придумать героя, которого возьмут. Ну, господи, да инвокер какой-нибудь. Мне кажется, что-то он будет бегать, делать, как-то постоит, а лакрити кинет на Свена. А прыгуны, летуны всякие вам тут не нравятся? Да. Какой из? Ну, Шторм, например. Ну, Бетрайдер в бане. Шторм от Вихи? Не. Пугна. Интересное решение. Хозяин против питомца. Да. Вы вчера ли когда-то вспоминали? Сидели тут лордоты, обсуждали как раз.
Слушай, ну что я могу сказать? Это шикарное решение, потому что он закрывает еще вот эти вот фокусы от медведя. Типа в код прыгает, потому что Хантер, ты оп. Говоришь, нет, декрип, все дела. Так что, короче, я верю, что Виха вот сейчас себе собрался, отыграет на соточку, на 62% своих возможных. И выиграет эту карту. Откуда число 62 взялось? Ну, потому что у Айсберга 61, а у Вихи 62. Все, я понял. Вов, что скажешь? Я скажу, что если Тайт не придет на линию курса или избежит, но придет, но избежит фида нереального, то Нигма заберут. Тут просто я на Урсу на эту смотрю, и под раки-то в момент, когда у Свена Агони появится, как Урса до него будет добираться? Да Урсе... Через Эбисал. Да? Урсе, на самом деле, который раскачался, ему плевать на все, особенно со Слардаром. Но вот именно не дать ему раскачаться — это главная задача. Пусть он идет где-то вровень. Он будет БФ там свой собирать, чтобы как-то фармить. Свен к этому моменту купит себе все, что надо, и Урса проиграет. Любопытно, да, но как бы то ни было, друзья, все будет решаться здесь и сейчас, на последней карте группового этапа, если не брать во внимание тайбрейки, которые формально, наверное, тоже можно причислить к групповому. Смотрим коэффициенты от наших друзей по рематч перед началом последней карты. 1.65 Нигма, 2.15 Ликвид. Самая важная карта этого турнира, не побоюсь этого слова. Давайте же смотреть, что там будет происходить. Слово нашим комментаторам, смотрим. Ну что, смотрим, наверное... Одной из самых эпичных групповых стадий, она может и быть, потому что играли они там где-то больше месяца, да? Вот, играли они очень много. Ну, с 14 ноября это меньше. Ну да, играл куча команд, и сейчас у нас вот может быть ситуация, что они выясняли, кто же из них какого места достоин, в итоге они выяснят, что ничего не ясно, и будут заново играть. И вероятность, вот, вероятность такая вероятность, она крайне мала, то есть это же сколько должно всего сложиться, и будет забавно, если сейчас Ликвиды реально возьмут и порвут Нигму, и у нас будет переигровки на 7 команд. Это будет максимально эпично. Мне больше всего нравится то, что Димон во время отдачи нам слова сказал, что это самый, типа, эпичный матч этого турнира. Нет. И тут я подумал о гранд-финал. Типа, ну нафиг вообще это смотреть. Не, ну гранд-финал это неинтересно. Да, там, ну, битва за пол, за половину от призового фонда в полляма. Не, это не для нас. Для нас это вот это вот на баяне тот парень на тарелках, точнее, играет. На Урсе. Вот, вообще, на самом деле, конечно, интересный драфт от Liquid. Очень-очень... Медведь хорош. Симпатично смотрится на линии, точно. Но по игре посмотрим. Да, но вот Пугневич — это самая настоящая заноза в одном месте, потому что медведь очень тяжело против него бороться. Смотри, тут Генк, тут стан от Миракла. Стрела не попадает. Микки кайтит ее. Куроки. Неужели он погибнет? Нет, он уходит на скювере. На хайграунд. Микки все еще может погибнуть. Здесь через 8 секунд будет еще один стан от Миракла. 8 секунд, парни. Микки, жить 8 секунд. Нет, они разворачиваются. Помогите, начинают помогать Джейчу. У Джейчи есть стрела через 2 секунды. Джейч! Нет, стрела! Вот она, стрела! И стан на Микки! Ну-ка! Нет, ФБшечку все-таки Тайга забирает. И Инсения вместе с Тайгой продолжают блочить выход Мираклу. Скьювер от Куроки, но не доезжает до Клифа. И Тайга не будет на Клифе, не потратит ТП. Уже позитив для него. И кроме этого еще и ФБ для Феи. Замечательно совершенно. Джейч возвращается на топ. Опять же, мы во время драфтов с Димоном говорили о том, что... ни Тайт, ни Пугна, наверное, не будет хотеть играть против Урса. И вот эта трипла от Нигмы — хорошее решение, на мой взгляд. Ну, там, скорее, у нас была мысль, что Тайт Хантера в мид ставить не хочется, потому что Вайпер его уничтожит. И поэтому... Ну, и Тайт не хочет идти в сложную, потому что Медведь его разорвет. Поэтому Тайт Хантера решает отправить к Слардору. И, в принципе, решение более-менее до 6-го левела, он будет чувствовать себя хорошо. Но вот эта вот трипла, не сказать, что она суперсильная, она идет в сложную, и там будет тяжко. Там два стрелка, которые активно мнут. Там медведь, который очень хорошо разминает того же Свена. Поэтому здесь я бы смотрел наверх, потому что там замес. Там драка. Дайте на топ. Да, спасибо там, большое. Там месяц, ребятки, месяц. Да. На самом деле, честно скажу, Урса, мне кажется, недалеко от того, чтобы быть идеальным персонажем для триплы. Она очень слабо скейлится по левелу в этой трипле. И левел для нее крайне критичен. Уже первые два, три, ну такое. Ну такое, Мика, да, еще смотришь на ее урон, сколько там, 45, а у Свена, по-моему, что-то там 60 лишних. Опа, станчик на ДВ, пошел. Но Тайга не умирает. Тайга не умирает, потому что только первый левел у Магнуса, поэтому он не может дать свой шок-вейв. У него есть только скьювер.
он может кого-то вынести. Вот он выносит сюда Микки. Зря, говорит, зря. Побей Миракла еще немного, побей. На развороте можно было что-то дать, но ДВшечка вторым спылом да. добивает. Тайга даблкил от него в самом начале этой игры. Вы спрашиваете меня, почему я так много кричу, а я попил кофе. Нигма делает все возможное, чтобы были переигровки. Я не понимаю, что они делают. А Магнус берет и вывозит медведя к Свену, чтобы тот добил Свена, на котором висят стаки. Я же молчу про начало, где у Свена кулдаун на стан 8 секунд, и он продолжает бежать за медведем. Видимо, думает, что через 8 секунд он его возьмет. Мы просто договорились с командами, чтобы были переигровки. Очевидно. Да, по-любому. Мы как таланты, мы хотим побольше с вами посидеть в онлайне, поболтать, посмотреть хорошие игры. На переигровках это всегда еще и нервные игры, понятное дело, потому что это Best of 1 серии. Все любят Best of 1 серии, не так ли? Да, кстати, Best of 1 серия, это хорошо. Это нервно. Mm-hmm. Это вот те самые любимые наши катки. Без права на ошибку, без права на ошибку. Liquid против Virtus.pro в мажоре, вот этот вот Best of 1 серия, вот эта неадекватная шикарно, совершенно. Это шикарно. Я помню, я просто стою посредине Лейпцига ночью и кричу. Ну, Лейпциг, чтобы вы понимали, город провинциальный, очень тихий. Там все буквально спят всегда. Ну, ночью, в смысле. И я просто стою с оператором нашим. Нет, на самом деле, ты всегда кричишь. Это ни для кого не секрет, поэтому ничего такого. Особенно, когда сладкие... Сладкие? Каточки и мальчики. Две вещи, которые нужно ценить в нашей жизни, друзья. Если вы не цените, то не знаю, чем вы живете и чем вы дышите. Других ценных вещей у Дмитрия больше. Нету, просто все пропало. Мы, кстати, ни разу не видели в этой игре еще тайда, потому что мы на ботом линию не смотрели. А тогда я думаю, что вообще нет смысла смотреть. Там стоит мужик с якорем, машет им, второй машет своим трезубцем, у обоих топорики, и вот они там будут махать ими до 6-го левела как минимум. Такая линия, где очень трудно кого-либо убить. Согласен. Но вот зато шестым и Равага, и минус арморчик, все дела. Причем, мне кажется, селедка может даже, наверное... Стоп, а там же получается Кракеншелл сбивает дебаф, да? Ну, если бы убить, да, там может быть такое. Да, да. Получается, но в любом случае у тебя Corrosive Haze, он так-то кулдаун маленький. 10 секунд, если ты можешь повесить что-то. Там, потом еще раз повесить, потом еще там. И стоит он маны очень мало, поэтому там, ну, селедочка нормально борется, ты что. Главное повесить Corrosive Haze перед башем, вот это вот самое важное. То есть настакал себе баш, повесил Corrosive Haze, даже если он спадет попозже, главное, что он хорошенько вломил. Вот он вломил, и все, он доволен, он рад. Так. А чё по паузам-то? Чё, парни? А ты накаркал, все еще сидим. Да, это я. Я люблю. Я в последнее время понял, что мне нравится сидеть и думать, а что же сказать такого времени паузы? Что сказать? И как тебе? Мне всегда было бы интересно вообще, а что бы говорили футбольные комментаторы во время паузы, вот мне всегда было интересно, а что же они будут говорить? Ну, слушай, там пауз довольно много. Я бы научился, я бы взял пример с кого-то, там, с того-то, кто лучше меня, а так... А так людей, которые лучше, чем ты, просто нет. Просто не родился. Друзья, пожалуйста, родите кого-нибудь лучше, чем Lost. Я умоляю, я уже устал просто держать руки просто вверх к пьедесталу, на котором восседает Ти Винер, собственно, вырезал и смотрит на нас, Подаванов. Ой. Ой, хорошо, хорошо. Ну все. Ну что, замес продолжается. Два стрелка прячутся за елочками, не подпускает к себе Магнуса. Угу. Медведь стоит и мечтает, чтобы Магнус его еще раз подвез к Свену. И тогда он, возможно, убьет Свена еще раз. А Мерка уже как-то аккуратненько так стоит, в размен не идет, понимая, что да ну его... Ну ему нельзя стаки отдавать, конечно. А тем временем застанили Мике. А стрела была или я что-то пропустил? Стрела? Да. Да, была, похоже. Была. Ну ладно, ну далее. Курьер, да ладно! Курьер, да ладно! Курьер, да ладно! Быстрый, опасный Магнус. Все, изи. Тут зонит у нас Тайга вместе с Insane и GH, тот довольно серьезно просел. Но понимаешь, что тут очень-очень важно выиграть хорошо, войну Регена. Хорошо. Да, и стан задолжен. Я не очень понимаю, зачем Микки давал вообще стан именно в Тайгу. Заливалочка пошла, сладенькая, даблкил. Для Вихи, для Микки, Микки, какая разница вообще здесь? Ну, в общем, я не совсем понимаю, что они так бодренько вообще лезут вперед, вот именно Свен, Магнус. Как по мне, вообще там, вот мечта у Свена получить там 5-й левел, Магнусу дать ему импауэр, ну, допустим, Магнус 3-й левел дает ему импауэр, все, и Свен убегает, потому что... Лезть в размен они против медведя. Опять стали бежевику, парни, хватит. Нет, хавать овощи, такие фрукты. Лезть в размен вот такой линии, когда там два мечника и очень слабая Мирана против феечки и медведя. Да это самоубийство, что вы творите? Остановитесь, пожалуйста, успокойтесь.
Хватит. У меня пожалуйста. Серьезный вопрос назарел. То есть, я вот смотрю на Dark Villa, то прикинь, какая-то же. Она кладет поляну, там три героя, они месяца. Хватит, Нимо, успокойтесь. Я уже начинаю думать о том, что лучше бы тут Тайдхантер стоял. Угу. Тогда бы Свен, да, согласен. Тогда бы Свен, у которого 11 крипов на 4 минуте, он бы хоть что-то выфармил в легкое, а так он в итоге стоит, он ничего не фармит. Тайдхантер чувствует себя кайфу, ему хорошо. Но Свен, он 11 крипов. Так, пацаны, ливаемся с линии и начинаем стакать леса для Свена всей командой. И Свен, я бы на месте Свена, возможно, даже попросил бы, наверное, с этим, потому что, ну, он... Не, ну, если его здесь оставят одного, или там даже они даблой будут стоять от Габбала. Я бы на его месте уже... Так, стрела пошла, инсения, и нет. Куроки ничего не сможет сделать. Да, ему просто по лицу бьют. То есть на его месте, на этой линии, как бы, даже если они станут втроем, он уже вряд ли будет что-то получать, потому что так-то по сингл-таргету Liquid работает весьма неплохо. И Свену надо уйти. Куда угодно, я не знаю. Пусть тут в легкую прогоняет Тайда, пусть уходит в лес, там, пусть Куроки бегает за ним 5 минут, но он ничего уже не выносит на сложную линию. 1600... Нетос. Он по Нетосу как Dark Willow. Потому что у Dark Willow крипов вообще почти не бьет, она просто на фрагах делает. У нее свои крипы есть. Ну, у нее свои крипы. Она добивает героев. Да, да, да. Она ФБ забрала, потом второй килл забрала, так что все замечательно. Я бы посмотрел, да. Ну, я не знаю, что нам показывают Тайдхантеры, честно говоря, вот они стоят. Нам показывают, это же другие линии неплохо у них живут. Там типа на миде, например, Виха на 500 колды. А тут все эти арбузы, они выясняют между собой отношения. Да, это неплохо, неплохо. Возможно, была бы перетяжка неплохая, там, Джейчи, например, на мидл куда-нибудь. Виха. Он не попал первым. Да, ежевика. Да, кстати, я бы сказал фрукты и овощи как во время, ну, того, как я сказал ежевику. Так вот, ежевика — это ягода, и я не попал дважды. Хотя, возможно, ягоды — это фрукты или нет? Мы привыкли. Смотри, мы привыкли. Прости, что не продолжаю твою тему. Не просто скажи мне, что такое ягоды? К чему они относятся? Ягоды? Это серьезный вопрос. Не знаю, они в лесу растут, я знаю, вот. Росли в окраине. Так, образовательный стрим начинается, парни. Я в детстве ходил вот в лес, там, ну, землянику собирал, помню. А коэффициент от Паримашта там видел? А я вижу, 2.05 на Нигму, 1.72 на Ликвид. Спасибо нашему другу Паримач за обновленную карту. Ну, к слову, они не только в лесу растут. Это серьезно, извини. Виха пришел на топ, убил Орак. Да-да-да, ну, Виха начинает в очередной раз тащить свою команду. Тут мы видим, как находит Свена. Свена бьют, Свена хотят попасть первым спылом. На самом деле, он мог подождать, когда сработает второй спыл, а потом кинет первый. Но не суть, он все равно Свена не убивал. В общем, Свен 4-го левела. Говорит, пацаны, найс, трипла, отлично постояли. Тут еще говорит, ребята, я к вам. Не, ну он сейчас освободит линию, кому-то саппорту, тот получит левел. Сейчас, смотри, Виха пропушит линию, говорит, Свен, стой. Ну, слушай, на самом деле, если взять то, что трипла проиграна в салат от Нигмы, они проседают всего лишь на 1к. Это не так страшно. Ну, если это... взять то, что у тебя есть камбэк-потенциал в виде этого Магнуса вместе с Свеном. Батя на Вихе тащил эту команду, пришел в мид, развалил Вайпера, перекейсил, пришел в сложную, развалил. Потому что Виха на пугне имеет топ-1 этос на карте, и только благодаря ему Нигма держится на плаву. Только благодаря. Самое время перевернуть команду в название Виха и 4 якоря. Арбуз что-то какой-то это бледный, тебе не кажется? Это странно, да. Что с ним? Заболел. Ковид-арбуз, похоже. А чем болеет арбуз вообще? А ты знаешь, что арбуз — это ягода? Жаль, что не растет в лесу. Ладно, чуваки, сори, в чатике мы не специально, мы просто... Как обычно, ночные игры от нас с ластом начинаются. Я вообще надеюсь, то, что люди просто заметят из нашего, ну, руководящего, да, и просто перестанут нас ставить вдвоем. Это всегда какой-то трэш. Тем временем 2-5 счет, 9-я минута. Пугна, понятное дело, занимается сносом построек, пока она пропушила топ. Начинает сейчас убивать мидл, уже половины тауэра нету. И Вих кайфует по полной. Он еще и за контролю активную руну. Ну, работает, его сложно подцепить. Там феечка, если кидает, Пугневич очень быстро бегает, он может выбежать из первого спыла, он там очень много вариантов имеет. О, и вот если, допустим, приходит Вайпер, Dark Willow, я не знаю, зачем тут Dark Willow, на самом деле, тусуется, ей, видимо, хорошо, но Пугневич просто под вышкой забирает всех крипов, поэтому Dark Willow теряет время. Dark Willow может вернуться на легкую линию и душить. Куроки Мирану, зачем? Куроки. Да, не надо. Может пойти, не знаю, в лес по стаку. Что угодно может сделать Dark Willow, но вот миди ей, ну, делать особо нечего. У нас активный лесник в лесу там. Уже? Ну, уже вот смотри, там Свеноч качает, да. Свеноч, и... да, ну, третий клиф. Ебой. На. А если бы Кур с другой стороны мог бы, с другой стороны карты мог бы
давать Акура еще баф. Акура такой доволен, наконец-то я прогнал этого сына со сложной линией. Ой, наконец-то. Понял, РП будет быстро. Экспулю получу, да, там, то есть пойду еще треугольничек пофармлю. Ну, Магнус доволен. Так. Селедочка и арбузик продолжают бороться. Они просто чилят. Я не понимаю, а когда кто-нибудь тут будет включаться? Тут ревеч, а ну, блин, как бы ревеч уже давно, если тайда, можно селедку убить, можно тайдхантера побить. Просто любая перетяжка, да. Любую перетяжку, пожалуйста. Перетяжка. Там Свен тот же самый может прийти, почему бы и нет. Стан дать вместе с Равагой, они забирают боксы, забирают с него много денег. Хорошо, кстати, смотри, Свен забрал 600 голды на линии, а Медведь 2500. Да, спасибо 4. Большое нашим апсам за эту информативную сату. Куроки тем временем умирает. Легкий фраг для Мики. Продолжают фидить Урсу. Ну, вы знаете, такое нафиженное Урса, по вашим паблик-играм я уверен, потому что, ну, это неостановимая совершенно мощь. Мало того, это нафиженное Урса с урной. Собирает праг, значит, со своих целей. Вот. Ну, а потом будет БФ. Очевидно, хороший артефакт на разгон. Не, ну, ликвид прям урна — это их фишка. Что-то они полюбили, они урну. Причем собирают ее странные герои, ну ладно, пусть собирают. Так, тем временем. Мирана тусит снизу. Пришла, возможно, попытается закинуть стрелу. Равашечку? Равашечку? Стрела на 3 секунды. Пошел, хорошо. А там террорайз по двоим. Спасы, фатаги, шикарный. И Боксана уходит домой. Это сильно. И Виха не добежал, он был в инвизе. Он был близок, да, он был близок. Но он, он сейчас пойдет искать, он сейчас пойдет ответочку. Я на месте просто остался на боте, начал бы пушить просто тавр. Они уже на миде забрали тавр, не, почему Виха бы на боте? Виха пойдет искать, он нашел их. Он нашел и... А там сентряк. Или что там? Или они что-то чувствуют, они что-то нюхают здесь. Так, окей, поставлен вардецкий. Бедлам, о, тайге. Есть ли какой-то контроль на тайгу? Да, есть, отлично сыграно. Койку тем временем тоже встрял. Декрипифай на него, тут даже кидается первый от Вихи. Но Бокси, Бокси здесь. Бокси может дать дабл стан и остановить Виху вместе с майн-контролем от убийства Койкве. Хватит ли у него здесь контроля? Да, пока хватает. Минус арморочная. Виху прилетает. Мики всей команды пытается разобрать РПшка по двоим. Дайте дэмэджа туда, внутрь. Но нет никакого дэмэджа. Мики, кроме этого, успел использовать ультимейт. И они добивают еще и Виху. Что за заезд от команды Enigma на этот треугольник? Как же это было странно. Как же это было долго. Селедочка. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Хорошо. В общем... Ну, задержались, ребятки. Понимаешь, зашли, что-то подрались. Мы видим одного, второго, третьего героя. Там уже пятый подбегает со стороны Ликвид. А у Нигмы Свен там бегает на своей плане карты. И видно, что Нигма реально руинит себе вообще всеми возможными способами, потому что, ну, нормально, как бы убили Дарквилла, то что нет, они идут дальше, пытаются что-то сделать героям. У них там дизейбла вообще ничего нет. Не, ну, парни, нет Раваги, есть зато РП. Давайте нажмем. Да. Просто дэмэджа нету, да, к сожалению. Здесь Виха, контратака. Кстати, у Урса нет ультима. Если Джей сейчас нормально что-нибудь закинет, типа стрелу, например, можно было бы под замедление тут даже. Продолжаем сосать, нет. Не, лайфдрейн шикарная штука, но не настолько сильная против Мики. Тайдюш, пошел, сложно. Ревеш скоро откатится. И вместе с ним Магнус, хорошо, хорошо. Вышечки забрать пока дают. То есть пока медведь не имеет БФа, пока у медведя после БФа не появился никакой слот, пока селедочка не имеет блиндагера, вообще оптимально все просто идти, бластовать любую возможную вышку, потому что подцепить сложновато. Весь день, все это дело прекрасно видно. Мимо Тайдхантера пройти очень сложно, и вот за счет этого у Нигмы есть шанс демонтировать товарам и после этого надеяться, что Свен успеет нафармить. Да, ну а самое главное, что нечего даже паниковать. Все еще только 1000 отставания у Enigma от ликвидов. Даже несмотря на вот эти заезды непонятные, даже несмотря на то, что не был реализован Ravage, да, потому что Бокси не умер, РП не было реализовано. То есть по факту, вроде как, Enigma делают все очень плохо по нажатию клавиш и по передвижению в некоторых моментах, но при этом всем они очень мало проигрывают. И да, вы скажете то, что, ну, отрывание, потом будет у Урсы, потому что у него будет БФ, да. Но Miracle имеет баф, имеет клиф, и что тебе еще нужно? Да, то есть он все равно нужны, будет очень-очень сильный. Нужны крипы, нужны крипы, они же заканчиваются. Вот он тригончик на пофарму. О, майн-контрол, кстати, есть ультимейт, а есть мека, можно жить еще довольно-таки долго. С него еще спадает кракеншеллом Corrosive Haze. То есть единственный минус то, что крипы заканчиваются. То есть, то да, он там под бафом. Можно вообще забафать всеми возможными способами, но у крипчики ран-то закончится рано или поздно. То есть он за минуту не может вынести из леса больше, чем там есть. Так, реализация урны пошла. А, нет. Урна. Нет, вот.
Зачем просто... Кор собирает урну, когда он не ходит со своей командой? Нет, 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 Миракл! Никто не спасет, да, никто не спасет. Хотя вроде есть Равага, есть РП, можно смакануться, как-то активно сыграть. Не-не-не, подождем. Короче, вот зачем Кор собирает урну, которая собирает БФ, потом собирается фармить? И его команда без него делает. Я не понимаю. Я согласен. Ну, потому что ты можешь вешать урну на крипов. Забыстрее. Ну, я серьезно, я согласен с тобой. Довольно странное решение тем временем в боксе. Майнд-контрол готов отдать ультимейт, лишь бы убить боксе. Но террорайз от Тайги, как всегда, шикарный. Ну, мы знаем, этот гений феи. Тайга слишком хороший на этом герое. Ну, Тайга вообще слишком хороший на этом турнире. Честно говоря, если вот сейчас бы было голосование MVP, я думаю, Тайга бы его уже выиграл с 99% вероятности. Так он Мерс выиграл, если что, на предыдущем турнире. Я понимаю, и сейчас я говорю, что он продолжает. Угу. Продолжает делать то же самое. 2.48 на Нигма и 1.5 на Ликвид, друзья, от париматч дают нам в лайве. И я вам честно скажу, так примерно и выглядит, но все еще, да, 3-12 счет. Да, вроде как у Свена все очень плохо, но все еще только 1000 отставания Нигмы. Оно не увеличивается, а, соответственно, время-то идет, инфляция растет. И эти 1000 уже не имеют такого большого значения. Да, Бэфчик собрался, и дальше будет Сенжиньяша, дальше нужно собирать статус резистанс, потому что станов тут много. Тут всего много. Тут и Крипифай будет душить. То есть прям Саша, Яша и Сатаник — это мастхэв для медведя. Титан Сливер, вот если он найдет Титан Сливер, а в будущем Тридент, это вообще будет идеально. Угу. Поэтому Мишке нужно качаться. То есть под Ораклом медведь может быть очень опасен там. Как бы неважно, сколько Свен его будет бить. Ну, Свен обычно в любом случае какого-то героя убивает, но медведь, он Свена закроет, если у него будет Эбисл, если у него там будет еще пару слотов сверху, он, естественно, слишком силен. Бокси. То есть окей, здесь, я уже, наверное, думаю, Свен, он, конечно же, крут, но ключевая роль у Пугны, которая стоит сзади. Юльчик будет собирать Джейч. Пока у Джейча все крайне грустно. Опять же, четверки, которые стоят в трипле и не получают. Фидят, да, им очень тяжело фидят, потом вернуться, да, в игру. Которые, очень. Которые там вообще ничего не имеют. Это такое. Гвардиан Грифс у Тайтхантера. Хорошо. Свин очень скоро появится. Вообще, какой-то улыбный билд у Миракла. То есть у него маска. И он прям сейчас едет в БКБ. Прям совсем улын. То есть вот БКБ вторым слотом покупать сразу вместо Аганима, вместо вообще чего угодно. Это драться ошибочка. Хотят, драться хотят. Да, можно, конечно, попробовать подраться. Просто если они, ну, реально там за 3-4 драки не закроют игру, то потом Свен всю игру будет страдать от Дарквилла, которая ему там то поляны накроют, то, не знаю, террайс с кастанет. Ну, слушай, потом-то у него все равно еще статус резистанс будет, да, какой-то. То есть сатаник наверняка соберется, что-то в этом роде. Посмотрим. Ну, в общем... С другой стороны, ты можешь вырубать ее до того, как она что-либо на тебя нажмет. То есть, ну, можно понятно, попробовать, там просто Оракл за спиной, да, стоит. Oracle, да. Oracle. Короче, не знаю. Оракл будет под Равагой. Мне пока ликвиды, ну, их ситуация больше нравится. Я понимаю, что ультимейт у них не очень хороший, но у ликвидов очень хороший драфт. Так пока они просто и действуют лучше, да, то есть пока они намного более расчетливо передвигаются по карте, расчетливо нажимают кнопки. Снова ищет смог, Свена. Снова в треугольник, потому ищет что они Свена, уже нашли, да, один, да, раз Свена, могут Свена, найти второй Свена, раз. Медведь. О, кстати, сейчас медведь мог... Было понятно, видимо, что там кто-то есть. Медведь такой бегает. Без палева. Но... Парни, я здесь один. Не обращайте внимания, парни. И возвращается обратно. Так, минус смог. Теперь могут ник нажать смог. Им подраться тоже. Понятное дело, что Свен сейчас, возможно, хочет пофармить, но хочет подраться, пока нет БКБ. У Слардера. Слушай, а тычка, кстати, у майн-контрола-то будет по итогу вообще дикая. Я вот сейчас подумал, там эмпауэр же. У тебя Анкорыч, у тебя будет, скорее всего, какой-нибудь Владимир, да, там, после блинка, условно говоря. Там так хорошо так будет наяривать тайдецкий. Основной дэмэдж у него будет в любом случае с якоря. Ну, то есть у него, да, проблема, да, что вот он сейчас собирает шмотки, у него там атак спид будет маленький, вообще на Тайдхантере атак спид не особо нужен, потому что ему нужен просто урон, чтобы якорь махал по броне, но... не знаю, не верю в тайда. Хотя нет, слушай, я верю в тайда, в того самого Тайдхантера. Рефрешер. А, что там еще? Не знаю, там алибарда, может быть, сверху хекс, и просто выдать пермаконтроль в одного из коров, чтобы он вообще ничего не сделал. Да, ну, алибарда, кстати, супер важна здесь для Нигмы. Да, как, в принципе, да, и для Ликвид, потому что мейн дэмэдж здесь Свен, но Урса и Вайпер без физической атаки вообще никто. Так. Так. Микки, видно. Оракл сзади. Ну, может быть, нажмем что-нибудь, Равагу бы, дайте, пожалуйста, но они сейчас только палят, они где убегают. Находятся оппоненты. Они понимают то, что, ну, здесь вообще-то вся команда Ликвид, а это 5 на 5, походу будет драка, стрела шикарная против Бурсевича, надо выдать весь рассказ, ультимейт от Инсейни спасает, пока что Микки тем временем Свен теряет собственную жизнь, и кто же будет наносить теперь дэмэдж?
если не Миракл, а Миракл в таверне. Урсу, правда, тоже разобрали, уже неплохо. Билан все время по майн-контролу. Куроки, есть РПХа, можно вжать прям в тайгу. Нажимает, но не попадает. Куру, боже мой, что с тобой произошло? Куда же мы тебя потеряли, боже, онлайн, что с тобой творит? Ладно, тем временем Бугно продолжает высасывать из со всех сил, но Бокси приглаждает его при помощи стана майн-контрол вместе с Куру. Надо свалить просто из этого файта. Ничего не получилось. Да. Ну и добивает майн-контрола. Минус 3 от Liquid. Потеря только одного кора в размен. В общем, ошибка первая. Они пришли вчетвером, там изначально было два героя, и они вчетвером убегали от двух героев. Когда Медведь понял, что их там четверо, а он как бы только 40, он начал убегать, и у команды успела перетянуться. При этом сжимать все кулдауны в Медведя, конечно, можно, довольно-таки неплохая идея, но, черт возьми, после этого ничего не остается. Если неожиданно они где-то теряют Свена, а Свен подставился под Вайпер, то там вообще конец. Ну, вообще, да, только проблема была в позиционке Свена, очевидно. Ну, да, его, его нашли, его задетектили, его сразу же разнесли. Здесь, конечно же, Свену нужно, ну, как-то ставить вот в местах, где его Вайпер не накрывает атосом, пока он не купит БКБ. Но GS шикарную вообще стрелу выдал здесь, очень хорошо начал файт. Да. И причем он делал это без Юла, да, то есть он не нажимал его сначала там слон на Мике. Вот, но при этом всем позиционка. Позиционка от Тайги и компании, да, Ликвиды сделали здесь все очень хорошо, при этом всем классическая проблематика игры с Магнусами и Тайдхантерами. Против команды, у которой маленькие кулдауны. Да, да. Это твоя любимая. Моя любимая. Твоя любимая тема. Опа. Ну. Бежать. Так, Микки. О, что ж, его стерло просто. За секундочку, боже, где ты, Микки? А вот и снова появился, окей. Все, это как покемоны. Я пошутил, ребят, я пошутил. Миракл со спины готов езжать. У него есть ГДС, можно нажать, стрела влетает. Но без ультимейтов, Нигма, без ультимейтов, парни, может быть, не стоит драться. Пошел лайфдрейн от Вики, прямиком по Свену. Все еще пытается выхилить, но Миракл погибает 48 секунд в таверне. Потому что, ну, нету пока что у него ни одного подсейв артефакта. Ультимейтов у его тиммейтов также нет, чтобы его подсейвить. Куроки пытается убежать через 10 секунд. Будет у него РПХ, и можно будет попробовать на развороте что-то выдать, но нет, его добивают. И все-таки GH на развороте. Немного дэмэджа прямиком по селедке Fade Addict от Insane, шикарный. И таким образом Нигма может еще сыграть из-под кулдауном сейчас, да, то есть через 20 секунд выйдут Свен вместе с Магнусом, и можно будет нажать смок и пойти попробовать реализовать Равагу вместе с РП. Смотри на урон Свена. Видишь урон? А теперь посмотри на запак Свена. Запак Свена. Он купил саблю, он такой думает, не, ну сейчас я зайду в замес, как вот сабелькой под эмпауэром, как вот махну, там два удара, кого-то по-любому заберу. Две драки он не сделал, ни одного удара, вообще. Он просто, по-моему, ни одного удара не сделал, две драки, его просто стерли в порошок, и это плата. Странная позиционка от него, согласись, да, то есть он вроде как, может, да, вы скажете, что Свен вроде танк, типа, и может он может с БКБ или с Аганимом, он может... И с тем, и с другим желательно. Он может, да, либо ворваться первым, кого-то убить, а потом можно смело погибать, либо с БКБ хотя бы танковать, но вот без Аганима, без Блинка, без БКБ он просто крипочек, который вот умирает чуточку дольше. Что у него, кстати? Magical Damage, говорят, 54% у него. Чисто маг, парень. Здорово. Не, на самом деле классно, что наши апсы такие вещи подмечают. Спасибо им большое за их работу. В общем, Свен 0-6. Мирку пора остановиться. Вот. Ну да, игра не пошла, ничего странного. Ну, с триплы, да, но согласись. После такой триплы очень сложно въехать обратно. Он продолжил, понимаешь, он вышел с триплы, он там камбэкал изо всех сил, старался. И потом еще пошел два раза умер по собственным желаниям. Но с другой стороны, он все еще держится нормально по нетворсу. Мне кажется, это, знаешь, автоматика уже в голове у Мирку. Нет, подожди, нормально по нетворсу, подожди. 9к нетворс у Свена, которого сплэш с начала игры, еще импауэр с Магнусом, а у Медведя почти 14. Да. Это ненормально. У него, а у Медведя не сплэш, зато в ФБшке выигранная линия в салат. Да, я думаю, что сейчас уже, я бы сказал, что Свену грустно. Что делать Свену? Там Медведь уже с Сашей Яшей. Гли, кстати, будет плотный, у него будет Саша Яша, потом 10 секундный БКБ, потом он возьмет Сатаник, Эбису. О, это будет сильно. Ему еще выпьет Титан. Я верю, что ему выпьет Титан Сливер, и все. И все, на этом, да, на этом будет конец. Вот падает Титан Сливер. Поэтому самое время смакануться до 27 минуты. А то, парни, там выпадет Титан Сливер. Нам надо срочно нивелировать эту возможность. Надо идти. Ох. Ну что тут? Тайдхантер, Мирана гуляет, отдыхает. 7к за Liquid. Очень много имеет Liquid. Ну, хотя бы замесы появляются, да? У нас первые две карты были, ну, просто в одну калитку, без каких-либо вариантов. Здесь тоже в одну калитку. Здесь 4-17. Пока да. Но они хотя бы дерутся и не так сильно обламывают нам кайф.
Есть хотя бы какие-то, ну, движения, что-то, то есть видно, что и потенциал-то есть, в принципе, у Нигмы, да. Они могут проиграть сейчас два файта, и мы скажем, что это ГГ, и до свидания, но они с таким же совершенно шансом могут их выиграть. Потому что, ну, вот то, что сделала Урса с Аегисом, честно, ну, типа... А Медведь, он по стопам Свена, он как-то, как Миракл решил ворваться, и что-то не пошло у молодого, не получилось. Так, у нас Микки фармит, да, вот он, кстати, делает все правильно, раз уж БКБшечка очень скоро появится, то лучше всего подождать. У Вайпера все замечательно, тревела, а то с БКБшечкой, вот я, кстати, всегда говорил, что ПТшечка на Вайпере, это, конечно же, здорово, но вот как хорошо иметь тревела, чтобы он просто быстро перемещался, потому что без тревелов он нереально медленно фармит, а с тревелами он выходит в полноценного второго кора. Такого хорошего, сочного сайта. Надо нажать. Ой, хорошо. Ну сейчас пойдет. Ну, Урса успеет купить БКБ. Вот она, БКБшка есть на Миракле. И Медведь успеет. Медведь должен успевать. Хоть и немножко поздновато. Да, уже летит. Ну, я ставлю, что Медведь перебивает Свена там, без вариантов. Там, по-моему, просто сильнее по слотам. Да, и по левелу. 5К. Я не думаю, что они должны лицо в лицо, смотри, типа, заниматься. Я думаю, что только лицо в лицо. Вот, только лицо в лицо? И больше никак, да. Окей. Face to face, как иначе. Ну, я думаю, что Свену надо заниматься другими персонажами просто. Жду этого. Надеюсь. Хорошо. Ну, вообще, по-хорошему, надо, конечно, только в Оракла влетать. Ну, знаменитая старта. Да, знаменитая старта, только в Оракла. У нас Рэба ЧРП, только в Оракла. Все в Оракла. Все в Оракла. Ничего другого не вижу. Так. Там просто БКБшка еще и на койке, то есть два БКБ, тяжеловато, влет, тройной, никого вот не видно. И все, что случилось, Бокси, что с лицом, ладно, пол хп снесли, Ровага практически по всей команде, но Микки успел нажать БКБ, Микки добивает Миракла, и еще и Террорайз, шикарный от Бокси, заканчивает эту катку по факту полностью, потому что, ну здесь тимвайп, только Виха остался в живых, куда-то там убежит на топ. Его даже в тимфайте здесь не было, он успел только вард свой поставить, и на этом все закончилось. Ну да. О, да. Ну, ты говорил о том, что на слотах Урса сильнее, конечно, все дела. Конечно. 6000 дэмэджа. Ну да, то есть на самом деле такое вот происходит нечасто, когда Медведь больше, чем в полтора раза перефармил Свена. Я вообще не помню, когда такое было последний раз на один сцене, чтобы Свена перефармили в полтора раза. Больше, чем в полтора раза. Угу. Ну и Бокси здесь шикарная инициация. Не, Бокси конечно, молодец. Там... Еще круто, что он впитал. Смотрите на Виху, если что, вот типа все, что происходило с ним. А Виха, вот смотри. Вот он закончился, и так, все. И бегает. Фоткает. Не, он прав. Он здесь полностью прав. Что он здесь делает? Там БКБшка на Микки, БКБшка на койке, они оба их нажали. Ну да, вот еще у Пугняюча есть такой момент, что вот этот мидгейм, что-то два блокинг-бара, а там скоро еще появится и третий блокинг-бар у селедки. И все, и Пугна не дамажит коров от слова совсем. Он максимум, что может сделать, кого-то подсейвить декрипифая. Но это не поможет. А, все, короче, я сдаюсь. Что-то? Ты сдаешься? Да. Подожди. Опа, стан по двоим от Бокси. РПшечку можно еще запилить? Можно! Или нет? Нет. Сори. Но байбек еще есть у Кура, он может на развороте не... что-либо сделать нет. Здесь, но Миракл просто стирается. Дмитрий, вам нужно было бороться со злом, а не примкнуть к нему. Ну, вам нужно, пришлось. Вам нужно топить за Нигму до последнего, пока я буду их душить. И в конце я побеждаю, Дмитрий. И вы сдаёте. Чёрт. Складываю свое оружие. Не, ну конец близок. Хорошим аниме. Да, конец крайне близок, тут уже все. Ну, 4 фрага за 20 минут. Да. 4 фрага за 20 минут. Они самые. Да, те самые. Это та самая трипла. Ну, к сожалению, выбор был невелик, да? Либо давать майн-контрол линию, которую он точно заранее проигрывает в салат, либо пытаться в трипле играть, и они попытались. Идея была хороша, реализация очень. Да, просто когда вся игра держится на Свене, уж лучше пусть страдает Тайдхантер. Нежели там выбегает убитый Свен, у которого ни денег, ни левела, ничего. То есть лучше уж пусть страдает Тайдхантер, а Свен он хотя бы возьмет свое. Там пошли типа псов в чатике, кайф. Псов сам лайк. Так, 16к, Рошанчик скоро появится. Сочная руна на реке для Вайпера, руна волшебства. Торопиться ликвид некуда, у них очень сильный лейт. То есть это Медведь. А Медведь, ну, в сингл-таргет очень хорошо бьет. Вайпер на слотах в будущем, естественно, будет опасен. Оракл, который дает мощный сейф. Ну и Карузи в кейв, в конце концов, он просто закапывает. То есть здесь Ликвид даже торопиться некуда. Они могут не бояться вот РП и Ревежа, просто потому что у них всегда будет герой, который может просто пойти вперед, впитать в себя все ультимейты, а Оракл всегда подсейвит. И здесь вот Ликвиды занимают хорошую позицию на горе. Ну, это, по-моему, финальная драка, все уже, да. Решающий файт. Здесь есть РП, есть Ровага, возможно, есть что-то... нет! Это
они спалили себе при помощи варда, который поставили сами. Ну не надо. Я понимаю, что хочется вижен иметь вокруг файта своего. Куроки денежку надо было заработать, что-то. Ладно, все, хорошо. На пенсию, да? Все, Рафан поминки. Так. Так, дабл стан от бокси, террорайз сверху, Равагу не нажмем или нажмем. Да это уже даже не имеет значения, Микки все равно под БКБ, Майн Контрол пытается кайтить, но он умрет, он умрет. Ну, 50 секунд в таверне, ничего страшного. Ни РП, ни Раваги не отдали, кулдауны не запустили, это хорошо. А там тем временем, смотри, БКБшечка уже уменьшилась, а? А потом будет 7 секундочек. А 7 секундочек — это не 10 секундочек. И Магнус гипотетически может поймать 5 РП. Да. Ну, когда-нибудь, знаешь? Гипотетически. Да. И гипотетически Урса будет убивать Свена не за 3 удара, а за 4. Вполне вероятно. Вполне вероятно. Я тебе помогаю вообще-то, что-то. Я стараюсь. Согласен. Спасибо. Я стараюсь хоть как-то привести. Мне очень убедительно. Вообще. Ладно, показывай давай. Что показывать? Класс, я сказал. БКБшечка 7 секунд. А это догоны, догоны от Вихи. Слушай, вот, а вот это убедительное, вот это убедительное. Это Decreepify догон. Mm-hmm. Какой левел? Второй, да, по-моему? Mm-hmm. Я не разбираюсь просто в размерах палочек. Вот. Mm-hmm. Второй левел. Спасибо. Обычно не на такой минуте покупается догон, но это не суть важно. Догон — это... Кого он здесь убивает? Оракула, ну, наверное, если тот не успевает фредик нажать. Не, ну это в лейте вариант какой-то нанести хоть какой-то вариант нанести урон в лейте, но тут дал эта игра, просто не дойдет. Когда догон пятый, он нормально шмаляет по декрепифаю. Еще круто кому-то ВЛ собрать, чтобы еще больше урона было, но это мечты. Тут вообще сложно с этими фактами. Да, кликайте на баннер, друзья, по трансляции. Там находится бонус от нашего друга Приматч, а мы... Будем кликать на Куроки, чтобы он наконец нажал РП, возможно. Mm. Ну, вот. Как ему нужно играть как самурай, знаешь, вот. Ты имеешь как в последний раз. Опа, бокси, снова пошел инициировать, снова, но в этот раз он... А, он попадает по Куру, просто его не было видно. РПшечка по Мике, тот уже нажал ультимейт, поэтому плевать, и Миракл тоже отправится в преисподнюю прямиком, несмотря на то, что его заливал Виха все это время. Но мы понимаем, что это уже не поможет. Ни в коем мере. 20 тысяч перефарма от ликвидов и байбек от Куро. Тоже так не имеет значения. Там все еще Рошан. Когда он там? А, Рошан появился. Все. Двойного Урса не убить вообще, если что. Никак. Ну, не, мы сейчас можем уже поиграть в игру. Давайте убьем хоть кого-нибудь. Может быть, там печку одолеем. Может быть, Оракл поймаем. У них уже, я думаю, они вряд ли. Тяжелая игра для Миракл. Крайне тяжелая. Какой бы он ни был бы талант, мы понимаем прекрасно то, что Свен в трипле в начале, да, у него все было грустно. Потом это игра против Урсы. В матчапе 1-1 Урса всегда жестче, чем Свен. Да, нужно, чтобы его тиммейты ему очень плотно помогали. И даже а вроде потом, как а потом еще оказывается, что тебя зовут драться до БКБ, такой выходишь за место и ничего не можешь сделать. Ну, зато у нас будут сочные переигровочки. Такие команды на переигровках, это ж праздник, я думаю. То, что нужно. Для Марка. Так, полетели по полной. Урса, въехала Виха, Виха отъехал. Да. Ну, проблема. От Урсили. Влетает бокси. Станчики пошли по господину Куро. Ну, я думаю, то, что время просто, ну... Ну, время постараться время сделать хоть один фраг. Сделать хотя бы один фраг. Вот. Иначе я не вижу ни одной причины, зачем они продолжают это делать. А я не знаю. Я серьезно. Они не хотят не спать просто. Хотя бы один фраг сделать, и тогда... Вот, все. Не получилось. Ладно. Ну что ж, шикарный день, друзья. Сегодня было много интересных сражений. И завтра будет еще больше, потому что у нас будут двойные переигровки и в рамках нижней части групповой стадии, и верхней части групповой стадии. С вами были Crystal May. Подписывайтесь на мой инстаграм, Crystal May TV. Подписывайтесь на Ласта, не знаю на что, на Twitch канал. Вот. На что-нибудь. В общем, подпишитесь на что-нибудь когда-нибудь, мы будем довольны. Подробнее о переигровочках и вообще о итогах сегодняшнего дня с вами поговорят уже студии аналитики. Четыре фрага. Они сделали 4 фрага. Я хотел вот выйти с аналитики, но оказалось, что дверь на второй этаж. И поэтому я возвращаюсь в студию. Но это просто жесть. И даже Тайт не пришел на линию курса. Пришло и триплой, как мы и говорили. И на фидере. Но все равно на фидере. Ты вообще просил, чтобы Урса был не раскачанный. Я умолял об этом, буквально на коленях стоял. У вас, господа мэр и шериф, завтра непростой день. У нас еще никогда столько я перестрелок не за мэр один день. Больше. Я не буду мэром этого города. Сложил полномочия? Я лучше буду
Уборщиком. Уборщиком этого города. Уберите все это отсюда, пожалуйста. Да, потому что, ну, 4 фрага, 4. Это вот просто, ну, как можно представить, что одна команда делает 31 фраг, а другая 4 в решающей игре, при том, что линия она вроде ставит правильно, и Урса против триплы стоит, но Тайдхантер... Они просто ничего не сделали больше. Хантеры... Виха имеет топ-нетворс в этой команде и должен всех развалить. Ну, да, какие шансы? Они летят там 4.17, перевес меньше 1000, казалось бы. То есть иди поделись хотя бы один раз нормально. Всего один раз, нажми клавиши. И типа каждый раз дает там ревидж в одного, стрела не попадает. Короче, закрывает же Ашек, кстати. Да-да-да, я вот как раз хотел тебя к этой мысли подвести. Осталось только понять, кому отдаем контракт. Я считаю, Тайге. Ну, по серии, на мой взгляд, Кура. Нет, ты что, какому Кура отдаем этот контракт. Ну окей, а кому? Вот этот парень, Слардари, видишь его? Парня на Слардари? Да, Бокси? Да. Серьезно? Да, да, он в этой карте он его прям... Ну, Араваги какие от него были. Гриву, да. Кто на Тайде играл? Кстати, нет, справедливо Вова заметил, действительно, там был врыв от Слардара, и после этого сразу была Равага от Тайдхантера. И Слардар застанил больше народу. Четверо под ним было, понимаете? Ну, четверо. БКБшки, сам понимаешь. Селедка показала второй селедке, как давать Равагу. И потом он поехал, убил Патму и еще раз. Патму, ты понял, короче говоря, он... Я смотрел эту игру, говорится, запоминал, окей, окей, кто Патму закрывает. Абсолютно согласен. Что Бокси забирает контракт по GH, самый крупный контракт в рамках охоты за головами, который у нас был к настоящему моменту. GH очень долго держался, но мы отдаем его Бокси. Хотя кто бы мог подумать, да, что именно этот игрок заберет особенно самого дорогого. Особенно после Уокера во второй карте. Да, да, да. Никогда не угадаешь, как оно повернется в доте. Есть такое. Слушайте, ну, худшая карта Нигмы за турнир. Серия. Может быть, даже и серия. Потому что они, ну, и первый, и третий, ну, то есть, и первый могли забирать, и эту вообще легко могли забирать. То есть, драфт все было для них. Буквально, то есть, там, чуть-чуть нормально все сделали. Вот они каждый раз не в то время, не в том месте. Вот, то есть, пример хороший. Как можно убить Урсу? Вот он поднялся, вот он умер за секунду. Отойдите, не лезьте. Ну, посмотри на это дело. Да. Ни одной же причины не было. Вот, Бокси... без ультимейтов. То есть, ДРП... Под конец файта будет 9 секунд. Там до Раваги типа 30. То есть, ну, просто подожди. Убей Урсу еще раз. Ну, Бокси как реально, как пираньи. Вот он разворачивается, делает укус, отхватывает кусок, отползает опять. Проживал, да. Вот это свидал, закрыл проход с собой. Да-да-да. Я так делаю постоянно. Смотри, выживает. И сейчас на развороте. Ну, короче. Да, пиши, выясняй, когда, во сколько, завтра старт. Нам GH на звонок мы больше не ждем, правильно? Не, ну ждем. На последний. Не, на самом деле, ждем скорее инфы вот этих, от организации Liquid. С информацией, хорошо ли, что мы их продали, типа куда-то дели и так далее. После того, что сейчас показала их текущая команда. Слушай, ну... Так этого следовало, на самом деле, чего-то такого от них ожидать после последнего турнира. Просто мы этого ждали сначала, а они вон как раскочегарились. На прошлом турнире Кура не было. А на этом есть вот очень... Вот он. Вот он, это троих. Очень важный момент с тем, что Кура... А, трое, а не четверо, да, все-таки? Ну, тут Тайд застанет всех, но толку от этого будет не так много. Нет, он Микки нажал БКБ, кто-то был под Fate Edict'ом, остальные стояли далеко. То есть реально импакт от Сельди не было дэмэджа. То есть, ну, он застанет, да, но профита мало было. Что? Сардар, кстати, смотрите. Кто убивает Джаша? Да, да, согласен. Нет, на этой карте однозначно Бокси, просто была же еще первая, на которой, на мой взгляд, Тайга неплохо себя показал, но мне Бокси действительно согласен. Здесь окончательный и бесповоротный. Он, кстати, такими темпами, я подозреваю, ну вот он Топсону в спину у нас дышит, Топсон да, 90, получается? Да, Джаш 80 стоил. Джаш 80 как. Стоил, да. Бокси второй у нас. Ну, осталось в переигровках закрыть кого-нибудь. Витюна у нас осталось и закрыть. И Саксу завтра можно будет закрыть. И Саксу, да. Витюна завтра нельзя будет? Нельзя. Потому что он прошел дальше, а вот Сакс завтра разыгрывается, как говорится, голова. Да, да, все ну, именно это так. Это 0-9 Миракл. Ну да, для, у Свена вообще не пошло. И урон просто по героям смешной. Причем там большая часть была до определенного магическая. Угу. Он просто там что-то кидал молотками своими. Вот вопрос, вы видели, что они на топе делали? Что это было за экспромт от Нигмы непонятный такой? Я без такой? Идей, но вот на этом моменте они, грубо говоря, игру проиграли. Потому что легкая выигралась, центр выигрался. Но настолько заливная была в сложность, что они потом они не нашли, как зарекавериться. Пошли, нападали на эту Урсу. Урсу подвозили к Свену, что Пурса убил Свена. Там столько всякого трэша произошло за эту карту. Так взять только старт игры, то есть они могли развернуться и просто застанут Свена, начать бить руки и просто справиться с героем. Первая игра Кура заезжает на хайграунд, вторая игра он не довозит до хайграунда. Да, правда.
Начало, конечно, не пошло. Ну, наказаны самым жестким образом. Играть Суджи, Секрет и Сликвид, получается, да. Вот это каев. Короче, надо выяснить, когда... Да, что... выясним. Сейчас ответы на все вопросы получим, потому что к нам в пятый раз подряд, по сути, и абсолютно заслуженно на трансляцию, судя по всему, сейчас явится игрок команды Liquid. Ждем сейчас этой возможности пообщаться. Liquid зачастили на трансляцию 5 подряд, по 5 побед подряд. Это очень круто. Ну, после того старта, который у них был, и сейчас... Сейчас у нас на связи Койква. Почти как викинги. Да, с Койквой пообщаемся. Кто у нас не был из состава на трансляции? Мне кажется, уже все побывали, но вот теперь и Койква. Койква, hello! Hello, guys, hello. Hello, so, first of all, I can see a smile on your face. It's amazing. You guys just finished your group stage with 5 wins in a row. How do you feel after that? Yeah, it feels good, you know. We had a really rough start, but, you know, it's good to win. Feels good. We're not practicing that much right now, but, you know, since we still win, it's kind of working out, so, you know, it feels nice. So, after you had the rough start, you didn't start to practice more, didn't you? No, we took a little bit of a break after we won ESL, because we want to be very ready for the DPC in January. So, yeah. Okay, okay. Mm-hmm. I got you. Let's go through this series. Speaking of the first and the second map, they looked like a mirror, you know. In the first map, you absolutely dominated your opponents, and in the second one, they did that to you. Do you have an explanation why did this happen this way? I think first game we had like all our comfort heroes, you know, like. All our heroes were kind of like heroes that we play a lot and that we love to play. And I think second game we just had... I think the game was just really rough after lanes, I want to say. We didn't really get that much done after lanes, so it was kind of hard for us to bounce back. Maybe that's it, I don't know. The second game felt fucking rough though, that's for sure. Definitely. And speaking of drafts, did you feel good after your draft in the first and the second? I think we felt a lot better after the first game. After the second game, I think it was still like very winnable, but definitely felt better after the first game and the third game. I think we all really liked our draft in the third game. Yeah, I see. And speaking of the third one, definitely. So, did you like the idea of Nigma to put triple lane on the top? It looked pretty funny for us because they did so many strange things. Yeah, I mean, I think we're happy actually, because you know that way Slaughter gets his game going, and I think we're confident that we're gonna win the tri lane. So, it kind of worked out for us, you know. Definitely. Okay, and speaking of the tiebreakers that are coming tomorrow, you are going to have, I guess, 3 best of one series. How do you assess your chances? I think if we continue our path from the last 5 games, we should be fine. Is it best of one tiebreakers? I guess so, because we are going to have more than 2 teams in these tiebreakers, in your case, guys, and okay. So it means that it's going to be 3 best of one series. Okay, well, then the other teams, you know, should look out for some Brood last pick, we'll see. Okay, so we are waiting for you. Thank you a lot, Koiko, for joining us, and good luck tomorrow. Thank you, guys. Bye-bye. Супер! Liquid, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Койква к нам на трансляцию приходил, рассказывал про эту серию, друзья, поговорили мы с ним о ней. Подтвердил в очередной раз он историю о том, что Liquid не тренировались ранее, но даже спустя время, когда победы пошли, тренировок больше не стало, потому что ребята копят силы в преддверии предстоящего DPC-сезона, как после ESL они начали это делать, так и продолжают делать сейчас. Просто играют и особо-то и не тренируются. Собственно, по поводу игры мы с ним поговорили, первая и вторая, я сказал, что в целом были достаточно зеркальными, в чем там была принципиальная разница. Сказал Койква, что на первой карте Ликвидам отдали всех комфортных для них героев, в результате чего очень легкая игра в целом получилась, а на второй все, проблема началась, ну, во-первых, драфт был хуже, чем на первой, во-вторых, на линиях их придушили, после чего у них не было особо много вариантов отскочить, вернуться в игру, скажем так, и с этим они, собственно говоря, не справились.
По поводу третьей карты поговорили мы о этой замечательной трипле, которая на топе у Нигмы была. Койква подтвердила историю, что, ну, странным было решение ставить такую триплу. Они, ликвиды, понимали, что в этой трипле они будут фаворитами. И плюс Нигма совершили много очень непонятных странных действий. Он в целом согласился с этим тезисом. По поводу завтрашних тайбрейков узнал я у него. Об этом мы с вами сейчас еще поговорим. Сказал он, что, ну, в целом, если будут продолжать играть так же, как играли последние игры, то все будет замечательно. Для Койва, кстати, стало неожиданностью, что тайбрейки будут в формате Best of 1, но, я думаю, не сильно это на что-то повлияет. Вроде ничего не забыл. Про Бруду, про Лондруида. А, да, правильно. Фиком, потому что раз Best of 1, там сейчас начнется самое веселье. Да-да-да, веселье, действительно. Групповой этап закончился, друзья. Не знаю, опять же, причислять тайбрейки к групповому этапу или нет, но на группы мы точно с вами можем посмотреть, потому что после этой серии не то чтобы что-то изменилось, но теперь мы начали четко с вами понимать, что нас ждет завтра. Викинги, Virtus.pro и Natus Vincer — это вторая, первая и третья команды группового этапа, соответственно. А вот за четвертый слот будут бороться целых четыре коллектива. Четыре коллектива, да. И что это за коллективы, черт возьми? Secret, Nigma, OG и Liquid. Просто вау. Не удивлюсь, если все равно они все в плей-офф попадут. Ну, типа, ну, могут. После плей-ин, да, но... Скажи так, они нормальную свинью подложили как раз-таки второму дивизиону, где вот ты сидишь... Ну, в рамках СНГ у нас всегда было, что все друг друга могут победить. И, допустим, будучи условными лифтувинами, лифтудримами, условными Yellow Submarine, переиграть Na'Vi или VP, наверное, они смогли бы. Ну, попытаться там... А где-то... тут к ним такие ребята упадут. А тут, да, ты приезжаешь, как говорится, с 8-1 с группы там, или с 7-2 с группы, на тебя секреты падают. Жуть. Ты такой, типа, стопэ. Второй дивизион. Как говорится, не лезь. Парни, я занял первое место не для того, чтобы играть с восьмого места с секретами, которые вчера там, точнее, завтра все проиграют. Ну, первое место пощадят там, потому что будут Alliance, Mad Golems или... Ну да, возможно, возможно. А вот второе уже там жесть. Там, да, просто жесть. И опять же, у нас завтра переигровки и за последнее место. Да. Тоже между Alliance, Mad Golems и Jester Army. И по моим подсчетам это будет 9 Best of 1 серий. В случае, если не будет у нас вторых кругов никаких, я не уверен. По идее, их просто не должно быть, да, насколько я выяснил. Скорее всего, они просто отменены, в том плане, что есть способ и без первого сыгнуть, типа, разобраться, но первый проведут для того, чтобы, ну, провести. Ну, в соответствии, да, с регламентом турнира. Да, 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 да. И, значит, главный вопрос — это именно, что у нас много карт, и будет ли послабление формата, что если 2-0, первый там условно, Jester Or выиграли первую, выиграли вторую. Будут ли играться будет остальные? Чем играть третью, да, первый вопрос. Потому что очень часто эти матчи никакого смысла и полезного свойства не несут. И там у нас были карты, где, допустим, там Минер, Пуджи и так далее. Ну, типа, прикольно, ну, на 15 минут. И один раз, допустим, на рематч лиги, кстати, помнишь, команда Flight to Moon тогда, да, еще. Просто пятером там на Рошана пошла, пофанились пятером по миду и так далее. Поэтому не всегда понятно, стоит ли оно того. И вот что у нас с Минерами, тоже три команды. Хорошо, если они за две карты определятся. Потому что не факт. Да, ну, в общем, будем ждать по этому поводу информацию от организаторов, друзья. Чтобы сегодняшний день завершить, нам надо с вами еще несколько вещей сделать. Во-первых, настало время узнать, какой ненормально крутой момент вы выбрали самым ненормально крутым. В течение дня вы голосовали в нашей социальной сети ВКонтакте, Dota 2 Рухаб. Сеть не наша, но там есть наше сообщество, и там вы голосовали. И вот сейчас этот момент нам покажут в очередной раз, чтобы мы поняли, какого мнения вы о прошедших матчах. И это момент из серии «Викинги против Na'Vi», первой серии вчерашнего дня, где Витюн очень неплохо нарезал на колбасу своих соперников. Одного за другим. Прям как по батону. Да, я часов 12 назад ее видел уже нарезку. Да, ну, не, момент забавный. Хороший. Но опять же, тут сами викинги сделали все, что угодно, чтобы это все получилось, потому что, очевидно, в их силах было с такой спектрой, ну, вырезать этого Виспа, вырезать этого Джеки Росса, наказать Бестмастера, чтобы вот не было всех этих дизейблов, под которые Свен бьет. Потому что, на самом деле, когда у тебя 1000 урона с руки, все, что тебе надо, это, ну, чтобы противник стоял и фитовал этот урон. Да, но в итоге впитали викинги по очереди по одному, так академичненько. Да, да, да. Один подошел, другой отлично. Свен реально здесь зажег, скажем так, звезду во лбу. Жесть, конечно, это же, там зомби умирает уже второй раз. Ну, они крепко там подфидели, и вообще серия была бомба. Да, порядочная серия, действительно, ну, Витюн. Не зря он у нас там, да, на 75, да, висит. На 75, все, да. Все, они секретов отмотал также 2-0. Да, именно поэтому 75. С двумя рапирками в первой карте, чужими. Нахалявил. Просто прекрасно. Да, таким был самый ненормальный крутой момент прошедшего дня. Моменты сегодняшнего мы посмотрим уже завтра, я так полагаю. А сейчас...